как кусок хлебом, скажем так, ну, размером где-то так вот с мою голову, приблизительно. Сейчас мы проведем маленький эксперимент. Сможет ли эта тварь, этот сом проглотить за один раз за такой вот приблизительно пол буханки хлеба? Бросаем? Подожди, как? Надо было вначале бросать, сейчас конец. Да, сейчас они типа наелись. Таким образом, экспериментальным путем мы опровергли то, что сом может проглотить сразу буханку хлеба. Не, ну он его тащит, пытается съесть, но у него ничего не получается. Как акула размером. И в это время изо рта у него вылазит кусок хлеба. По-моему, они уже отрыгивать начали потихоньку. Не работает легенда.